Сегодня в обзоре Радиола Рекорд 53. В таком вот состоянии приобрел. Шкала маленько облезла. И вот решетка здесь. Чуть-чуть. Цифры все родные. Ручки родные. Сейчас вот включил вот ее. Посмотрим. Проигрыватель. Все крутится, все в таком приличном состоянии. Иголки тут нету. Так, все работает. Вот радио. Крутится, то есть вперед вот она пошла, назад стрелочка. Так, это наверное длинную, среднюю, длинную. Радио теперь, к сожалению, нас не ловит, то есть она может и рабочая, но волны самой нету. Ну, радио похоже на рабочее. Так, закроем. С обратной стороны сейчас. Решетка родная. Открывается таким образом. Вот в приличном таком состоянии, все как новое. Решетка родная. Вот. Состояние тоже очень хорошее. Решетки. Вот внутри динамики тоже как новенькие. Все вот тут в таком приличном состоянии. Вот сигнал идет. Пожалуй, все.